Накануне сотрудниками УМВД России по городу Вологде совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии по Вологодской области осуществлялась проверка правил торговли на территории городского продовольственного рынка, расположенного на улице Батюшкова. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе связанных с использованием продавцами городского продовольственного рынка медицинских книжек с признаками подделки. Оценка проведенным работам будет дана в ходе дальнейшего расследования уголовного дела. Максимальное наказание, грозящее подозреваемым, лишение свободы сроком до 2 лет.